Ладно, вот встань сюда. Да. Так. А что, нельзя снимать? Почему? Не, почему нельзя? Не, ладно, идемте на улицу тогда, если здесь нельзя снимать. Либо. Раз так, то пока общаемся там. Так вот наших гостей встречают. А я? Не, вот смотри, ты у меня поцарапал. Я тоже заявление буду писать. Так. Так что я тоже хочу присутствовать. Я пытался телефон, у него свой телефон забрать, он меня начал обхватывать, руки вот так вытягивать, душить меня за шею. Телефон не отдавать, пока администратор не пришел. А это вы зачем вообще это, как бы это, снимали что ли? Что да. Что это, зачем, как он делает? А нельзя? Не, я спрашиваю, да? Снимал, как покупаю товар. Я турист, снимал, как покупаю товар. Интересно было, да? Граждан какого? России. Вот смотри такая, вы потом скажите, вы зашли. Да. Вы один были или как? Правда? Я один был. А. На кассе выбирал товар. Можно? Они пошли потом менять его. Вот он стоит, показывает мне, что он мне другой выбрать хочет. Можно? А. Можно глянуть громче? Вот это, да? Все, вот он выплатил. Смотрите, какой хороший директор магазина переживает за покупателя. Как он сказал, что это не сотрудник, а покупатель, и пришел сюда. Знана сура шискирайда, окей, машина, за палочек стоит. Я переводчика жду или что? Я просто не понимаю по-узбекски. Я не Максим, он говорит, Максим, я вам объясню. Он говорит, когда вы зашли, какой-то, а он руководитель этого супермаркета. Да. Разрешение от него взять, говорит. Да? Да? Можно разрешение ваше? Нет. Письменно надо? Не разрешаете? Да. Еще хочу одно заявление написать за препятствование журналистской деятельности. Но вот это очень важно. Где ваше журналистское удостоверение? Проходите. Я вам первый раз. Прошу. На него тоже заявление. Прошу. Поставьте его тут пресс. Удостоверение. Казанцев Максим Сергеевич. Специальный корреспондент. Все, запрещаете, да? Хорошо. На вас тоже заявление тогда пишу. Запишите. Запишите. Я вам запрещаю. Категорически запрещаю. Отлично, я понял. Ой, только что говорится, а это решает, это разрешает. Шумите, пожалуйста. Вот смотрите, Максим. А на ноге. Просрочки. Дядя Расимена. Просрочки надо топить. Вот, просрочки топить. И потом, если просрочки вы мне показываете, показывайте мне. Я убираю все, окей? Разговор не будет. А что, так можно было, что ли? Просто я вам говорил, вот до этого. Как вы говорите, вот рабочие не смотрели, ну смотрели просто на глаза у него этот. Ну, это же нарушение. А если кто-то отравится, что тогда? У вас дети, как я бор? Дети бор? Как будет дети? Бола. Дети бор? Дети бор? Детей травите? Не травите? Просто у вас покупают, соседи ваши же, у которых там дети для детей покупают что-то просрочено. Вы говорите, что это? Это же ваш был покупатель, да, уже сотрудник оказывается. Зачем обманываете? Покупатель. А, покупатель. А то есть неофициально работает, да, у вас? А. Ну вы тогда что за него переживаете-то? Ну а как это? Я не переживаю.
Ну, не ладно. Просто так сюда пришли. Видите, вот сначала человек говорит то, что снимаете, все делаете, теперь уже нельзя. Сейчас мы придем тоже, да, скажете, нельзя снимать у вас? Или как? Вот, смотри, так, да, смотрю. Я вам говорю. Так. Вот. Надо, посмотри, вот просрочнее, надо так, забирать. Надо правильно, забирать, да? Правильно. И потом вы меня позовете включить, правильно, да? Угу. И потом я, если что, я не убираю, я вам это ругал, туда-сюда, джанжал писал, сыз, масалан, кин, она к съемке сесть была, правильно? Не, ну какая разница, а зачем? Вот смотрите, да, сейчас что было бы, да, вот мы начали бы там собирать, что-то такое, вот этот бы... Собирать? Нет, вот этот бы на него напал, у нас бы съемки даже не было насчет этого, правильно? Зачем нам? Вон, смотрите, он даже ногти, скажите ему, чтобы постриг, смотрите он. Как вы? Сами сделали. Вот оно что. Сейчас подождите 5-10 минут, он скажет, что мы просрочку тоже сами принесли. Как вас как зовут? Алан меня зовут. Как? Алан. Алан Эке? Да. Вы его, как говорите, знакомый или как? Сегодня только встретились? Ну вот, сегодня познакомились при таких вот обстоятельствах. Просто на съемку вы тоже есть, да? Но. Сюда внимание! Алина мен! Ты там смотри, оглядывайся, а то сейчас шух и все. А у вас случайно аптечки нету? Ваше удостоверение. Нет, все равно. Удостоверение покажите. Я вам запрещаю, да? Сотрудник. Алло. Удостоверение покажите свое, пожалуйста. Удостоверение, а я если честно. Ну, пока что я вам советую вот ознакомиться вот с этим. Ну, это читается, знаете. Ознакомьте меня, пожалуйста, со статьями 237, 238, 240 УК Республики Узбекистан. Это ложные показания, ложный донос. Угу. Ложные, это, как говорится, справы, свидетельства не давать. Это законом запрещается. Какой смысл на этом статье? Мне вот второе заявление можно? Второе заявление? На хозяина магазина. Два заявления? Два. Заявление? Зачитаю. Получено. Я, Казанцев Максим Сергеевич, находился в магазине по адресу 8 строительный участок 38. Магазин «Хайот», примерно в 10:10, на меня напал неизвестный мне человек, отобрал мой телефон, удерживал его силой, держал меня, душил. После подошел администратор магазина и сказал этому лицу вернуть мне телефон. Требую привлечь данное лицо по мелкому хулиганству, установить его личность, изъять камеры магазина, на которых видно данное правонарушение. Число, фамилия, подпись. Ватуля! Максим, я вам предупреждаю, разрешения я не даю. Включите.
Сейчас, секундочку. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь с моим удостоверением журналиста. А, и журналист. Да, повторите, чтобы мне запрещайте, пожалуйста. Раз по 3-24 редакционное удостоверение РП номер 021. Казанцев Максим Сергеевич, специальный корреспондент. Вы корреспондент? Я думаю, вы блогер. Раз по 3-24 пресса. Удостоверение индикации коронавируса. Дата ведения. Свидетель о регистрации СМИ. Нужно еще раз запрет услышать от вас? Окей, я сейчас, это, как говорится, у нас пакистанская сторона, это... Аккредитация? Да. Это СМИ, это интернет, это не какое-то государство. Казанцев Александр Сергеевич. Паспорт можно, а не? Это мне все вещи, это копия. Копию? Да. Делать. Можно запрет? Ака, вам я сейчас с руководством это поговорю, проинформирую, после этого я скажу. Хоп. Нет, сейчас можно снимать? Ну, без моего все равно разрешение вам давать вам? Или вы... Я себя сейчас снимаю, то потолок. Сейчас я вас не снимаю. Вы мне сказали, что я не могу выкладывать. А, выкладывать, да. Ну, я не русский. Я... Ну, выкладывать это потом в любом случае. Ага. Готово. Читаю? Я, Казанцев Максим Сергеевич, находился в магазине по адресу 8 строительный участок 38. Магазин «Хайот» примерно в 10:20. Администратор магазина запрещал мне видеосъемку, чем нарушил 29-ю статью Конституции и 4-ю статью РУС о принципах и свободах гарантии информации. Прошу установить данную личность и привлечь по закону. Тот сказал, что он у него не работает, да? Ну да. Он пишет место работы, «Хайот» магазин. Вот это поворот! Я больше не официально, что ли? Он тоже, видишь, переобулся, да? Сейчас вернемся, он вообще может закрылся в магазин и все. Возвращаемся к губкомпании в магазин. Будем дальше снимать просрочку, посмотрим на их реакцию. Вроде не закрылись. Уже неплохо.